Владимир Владимирович, как пойдет голосование? Нужно внести соответствующие изменения в административный кодекс Российской Федерации, чтобы штрафы... Скажите, пожалуйста, как ожидаете, будет пройдет голосование? Может, у вас минут. Далее, во все эти проблемы. Но больше задвигать эту важнейшую проблему, от решения которой зависит не только судьба наших стратегических ядерных сил, мы считаем это вредно. Сегодня сформировались две принципиально разные позиции. Первая позиция, что касается существующих межконтинентальных баллистических ракет, то их ликвидация диктуется абсолютно ненужную России гонку вооружений. Нам уже однажды навязали ее. Если мы позволим себя втянуть второй раз, последствия будут хуже, чем в первый. Наша главная задача состоит в том, чтобы заставить Соединенные Штаты реально снизить свой ядерный потенциал на условиях СНВ-2 до 3,5. Наши ядерные силы, силы ядерного сдерживания, после принятия решения по СНВ-2 будут в состоянии в любой момент, в любой точке планеты уничтожить любого противника многократно и гарантированно. Даже если нам придется воевать, в страшном сне это вряд ли приснится, но даже если предположить, что нам придется воевать с несколькими ядерными державами одновременно. Вступали уже ко мне, подходили депутаты, у нас на час голосования вынесено еще ряд законов. Мы бы могли их тоже проголосовать. Решение принято. Уважаемые депутаты, у нас с вами на странице 4 10... Добрый день, коллеги. Это не ратификация договора, а это разоружение окончательной страны тех тяжелых ракет, которые еще могли лет 15 прикрывать наш национальный суверенитет, безопасность и дать возможность подняться измученной стране после того, как 10 лет ее громили налево и направо. Решение, которое было сегодня депутатами принято, абсолютно правильно. Оно целиком и полностью отвечает национальным интересам, интересам безопасности России. Дает нам возможность не только сохранить ядерный щит, но и модернизировать его и направить необходимые средства на поддержание обычных вооружений. Сделать нашу армию более дееспособной, более боеспособной.